позитивная тенденция. В регионе снизился уровень преступности. Такое заявление сделали сотрудники прокуратуры Курской области. В пятницу они подвели итоги работы в первом полугодии. Число зарегистрированных преступлений сократилось более чем на 14%. В два раза уменьшилось количество преступлений, связанных с насилием в отношении несовершеннолетних. Органами прокуратуры Курской области выявлено более 38 тысяч нарушений закона. А достаточно сказать, что только более 11 тысяч нарушений законодательства выявлено в сфере трудовых прав граждан. К дисциплинарной административной ответственности в этом году привлечено 3,5 тысячи должностных лиц. В защиту населения в суды подано 5 тысяч заявлений. Возмещен ущерб на сумму более 55 миллионов рублей.